основная задача перехвата инициативы – это создать суки. Суки по-японски – это пустота, слабость, слабина. Есть выражение русское «дал слабину», да, или «дал заднюю». Есть сукино камая – слабость в позиции, когда у человека слабая позиция. Есть сукино юбоки – слабость в передвижении, когда ему трудно передвигаться. Есть сукино кокоро – слабость в сердце, когда он просто трусит, обкакался, ему говорят. Вот. Задача перехвата инициативы – создать суки противнику, чтобы все вместе, все три суки соединить. Если мы ставим, моя первая инициатива – ТАМ! Кизами. Сукино кокоро – страх. Сукино камая – потеря равновесия. Сукино юбоки – он не может передвигаться. Отсюда ТАМ! Таким образом, вы атака сенсе, но сен, вы первый, но если вы бросаетесь вперед, вы, вас встречают в любой, на улице, в драке, в спортивном комитете. Надо сделать так, чтобы сенсорные сигналы противника не дали мозгу чувство опасности. То есть, когда вы подаете колокольчики, да, я тебя атакую головой, смотрите вниз, это колокольчики. Даже если он не реагирует, его мозг среагирует. Чувство самосохранения от природы заложенный, даст ему сигнал «опасно», и он закроется или уйдет. Почему вы в соревнованиях не можете достать ударом ногой? Потому что вы подаете сигналы, и человек сам независимо от себя уходит и прячется. Нужно сделать так, чтобы сигнал был не виден. Один из вариантов, самый простой, это подставление задней ноги, в то время как часть остается тело на месте. Задняя нога, и там отсюда, убрали там отсюда. И здесь, когда вы атаковали кизами, Мавашиги. Это простое упражнение, вы можете его сделать. Подставить ногу. Кизами. Кизами. Мавашиги. Но я хочу сейчас, когда идет атака, вы, есть такое понятие, токуси но хейхо, это храбрый шаг вперед. Иногда учат идти на нож. Вперед идти на нож. Пусть тебя поранят, порезать плоть, но перерубить кости. И вот это... позиция, когда вы идете, вот он атакует, да, и вы идете, перехватываете инициативу, идете на него, разрубаете мышцу, отсюда что-то учим, и отсюда уходите. Здесь таким образом, здесь атака, да? Здесь сукино камая, сукино кокоро ушли, и когда здесь он уже, вы можете делать все, что угодно, хотите уширо, маваши и так далее. Я сейчас хочу вам, это просто вводное, хочу показать перехват инициативы с целью создать инициативу. Жень, встань, пожалуйста, сюда. Есть еще понятие юки-тигай. Принять и пропустить. Жень атакует рукой. Да. Принять и пропустить. То есть посмотрите. Блок мавашуки, вауки или торагучи, пастига. Принять, пропустить. Маваши Герри, я стою здесь, держу за руку, я создаю инициативу. Если я подниму руку, он будет бить в грудь. Если я опущу руку, он будет бить в голову. Мне нужно в голову, атака здесь. Посмотрите. Магери Хитти! Еще разочек. Юки Чигая, Ич, Ни, Сан, в голову. Видите, я не поднимаю руку, в голову. Извините. Тай собаки, майгери хиджаты, хия, осай, здесь, торагучи, захват, ски, держим руку, маваши гери, ич, ни, здесь, ни, сан, прогоносен, они все пришли из японского искусства владения мечом, то есть в карате не было этих понятий, и есть в джиу-джитсу, поскольку в джиу-джитсу тоже есть раздел владения мечом, и в яйдо есть понятие авасеру-хо. Дословно переводится стратегия, это авасеру-хо, как если между твоим мечом и моим мечом нельзя вставить волос, твой меч становится моим. Грубо говоря, что это? Вот вы стоите камаю, у вас меч здесь, да. Противник выхватил меч, вы уже проспали. Если противник выхватил меч, вы защитились, ответили, это вы отреагировали, но это гонусен, волос нельзя вставить. Если противник начал вытаскивать меч, вы резанули, это сенусен, уже можно вставить волосок. А если противник только задумался атаковать, вы и все, и бошку ему снесли, это сен-сенусен.
Его меч стал вашим мечом. Он только подумал и тем самым дал вам импульс на то, чтобы его атаковать, отрубить ему голову. Вот в карате это взяли на вооружение. Если между атакой противника и вашей реакцией нельзя вставить и волосочек, его атака становится вашей атакой. Вот стремитесь к этому. Это нашлифовывается. Это можно сколько угодно, 1000 раз сказать, но это не поймешь. Это шлифуется, шлифуется, шлифуется. Можно прям даже с мечами, с деревянными делать, и потом перенести это на кумите, на спортивный. Очень интересно получается. Да. И еще, ну ладно, бог с ним, потом. Мне интересно, интересно, говори. Чтобы наработать тоже инициативу, есть такая игра «Ищи хами хасами». Не знаете ее? Да, знаю. Камень, ножницы, бумага. Ищи – это камень. Ками, бумага, хасами, ножницы. Ищи камень хасами. Что вы для детей? Что вы выкидываете? Выкинули бумагу, у него камень. Он атакует. Вы выкинули ножницы, у него бумага. Вы атакуете. Вы выкинули одинаково, а и учи. Это очень забавно и для взрослых, кстати, тоже очень классно. Потом еще ноги туда запускаешь, подсечки, и в результате получается потрясающая игра. Да, потрясающая. Я знаю, как в Японии дети, они счастливы, а взрослые такое рубило, ведет. Стоят такие мужики. От мира. Ищи хами хасами.